Коэффициент распространения большой, процент заболевших коронавирусом продолжает расти. По этой причине в этом году празднование Дня города пройдет в ином формате. Вместо привычной большой сцены мероприятие решено проводить на Малом помосте. Мы можем проводить на открытом воздухе мероприятия, где, скажем так, доля населения собирается от 500 до 1000 человек, не более. Поэтому мы ушли от большой площадки и перешли на малую сцену. Потому что, посчитав, сколько мы там можем собрать, ну, скажем так, населения, людей, мы понимаем, что мы сделаем их формат, ну, скажем так, целенаправленный для детской аудитории, потом через какой-то промежуток времени для подростковой аудитории, потом опять-таки через какой-то промежуток времени для нашего взрослого населения. Мы постараемся охватить все интересы и в то же время, ну, скажем так, массово, одномоментно больше 1000 человек не собирать. Афиша мероприятий Дня города, который пройдет 28 августа, утверждена. Традиционным осталось деление на три блока – утренний, дневной и вечерний. У нас 28 числа будет спортивное мероприятие, которое будет проходить на стадионе «Химик». Затем мы с 12 часов начинаем мероприятие на малой сцене. И, конечно, сначала детско-развлекательное, все мероприятия детские развлекательные, конкурсы, игры для того, чтобы детям нашим было интересно. Потом через определенный промежуток времени мы собираем наших подростков. Здесь мы хотим показать всю культуру молодежи, да, и в их интересах предоставить ту программу интересную. Я надеюсь, им это запомнится и понравится. Затем мы опять через какой-то промежуток времени хотим вспомнить, что у нас День шахтера, и рассказать немножко о городе, потому что это город шахтерский. У нас будет концерт «Ариэль». У нас будут поздравления, значит, главы и председателя собрания депутатов. И потом уже вечернее мероприятие, значит, диджей Грув, для того, чтобы уже, ну, наверное, красиво под музыку мы посмотрели салют. Из местных артистов для копейчан также в вечернем блоке выступит духовой оркестр Дома культуры Кирова, порадуют развлекательными программами радио «Интерволна» и финалисты российского телешоу «Битва хоров» хор Михаила Бублика.